That's one small step for a man, one giant leap. Hold the jokes, team. We got a lot of work to do here. Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, это The Crust, игра про колонизацию Луны. И сегодня, ребят, по плану я хочу починить мобильную буровую установку, которую ровер-исследователь нашел на поверхности Луны, заброшенная глобальная здоровая буровая установка. В общем, грузовик с ресурсами я хочу туда послать, дабы ее сделать. По-моему, как раз мы для этого это все вот здесь вот и собираем, если мне память не изменяет. Как минимум с этого я сегодня хочу начать. Дальше посмотрим по ходу событий. Приглашаю вас присоединиться для поддержки. Сразу поставьте лайк. Если есть желание поддержать не только лайком, добро пожаловать по QR-коду. Есть что сказать? Конечно же, пишите. А сейчас старайтесь поудобнее. Мы начинаем. Так, во-первых, у меня, ребята, здесь висит экстренный заказ. И смарт-бетона надо еще отправить чуть-чуть. У меня же есть. Сколько не хватает? 103 бетона. Давай, отправь. И выполним уже этот заказ. Все-таки. Давай, садись. Контракт истекает через 8 дней. Ну вот мы его сейчас и выполним. Да, что-то там долго у нас делалось. Почему-то он у меня не выполнился. Это весьма странно. Очень даже, я бы сказал, странно. Ну, да ладно, пусть выполняется. 45 титановых пластин. Слушайте, делал столько титановых пластин. Ворчал, что у меня их тут, как у дурака Махорки, этих пластин. Что с ними делать, не знаю. А теперь вот так. Прикольно. Ну, это вообще, смотрите, вот я сейчас вот одним движением руки запущу процесс просто в неимоверную скорость. Так, подожди, еще раз. Опа, включай, все. Смотрите, сейчас он. Хоба, 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 понеслась душа в рай, все. Так, титановые пластины поперли. Вы что тут с бетоном будете вообще дела делать? И как тараканы стоят, вот мошкара, знаете, такая. Чирк-чирк, дернулся туда, дернулся сюда. Бурильщики простаивают. Почему они простаивают? Скажите мне, пожалуйста, почему простаивают бурильщики? Это безобразие какое-то. Да потому что они тут понабурили уже... Бог знает что. Ёк-макарёк. Вы посмотрите на все это дело. Короче, давайте я этих бурильщиков пущу пока что в работу. Так, вот они у меня здесь. Все. Пока отдыхайте. Вот. Идите работайте. Хватает работы для всех. Тут загрузиться не успеваю. Ну, еще один. Ну, давай ты. Давай. Да блин. Вы мне еще провалите тут сейчас. Да вы что, по одной возите? Во. Все, кыш отсюда. Безобразие, честное слово. Да, это было сложно, конечно, но я выполнил. И причем сложно, почему-то они вот как-то подтупливают, что ли, непонятно. А можно, в принципе, замутить, ребят, изготовление транспорта. Грузового. Давайте мы, наверное, запустим. Это дело довольно интересное. Давай, включай и начинай работать. Интересно. А, ну все, вот детали повезли нужные. Все пошло в работу. А, большая гидропонная ферма. Она у нас готова к стройке. Давай посмотрим, что это нам дает. Большая гидропонная ферма. Она тратит 3 CPU. Обслуживается 4 людьми. Но она делает в 2,5 раза больше органики. А этот делает 20, этот 50 делает. Но для ее постройки... Да, в принципе-то я все это произвожу. Можно запустить, и пусть оно работает. А почему нет? То есть, по сути, если я одну такую поставлю, вот такие две можно убрать. Смело, и это будет больше. Ну, а, собственно, и можно поставить это вот сюда, вот вместо этих двух. Да.
оно как раз и место займет как надо. Давайте, пацаны, вот это разберем. Я думаю, это будет как раз то, что надо. И вот на это место мы это дело и поставим. Да, вон там пацаны помогают разбирать, отверткой крутят. Чего тут руками машете? Ребята, вы вас заклинило етить колотить. Так, все, пошли лопать. Отлично. Так, еды у нас на всех хватает, да, вроде как? Пока вроде да. Так, хорошо. Ну, я для чего разбирал это дело? Для того, чтобы вот это поставить вот сюда. А, и она еще и с конвейера может выдаваться. Подождите, а у нас конвейер сюда вообще как-то подставляется? Распределитель. А как у нас отсюда вот так конвейер вообще выходить будет? Или это через подземный конвейер? Ну-ка, подожди. Погоди. А, это подземным конвейер. А! Ё-моё, ребята, тут смотрите-ка, какая у нас штукенция вырисовывается. То есть я могу еду от дедова конвейером всю извлекать. Ну, это вполне себе довольно интересно. Давай, короче, мы так сделаем. Пока что я поставлю обычный. Я пока не вижу, куда мне этот процесс девать с конвейером. Да, у меня, кстати, тут вот этот тоже с конвейерной лентой. Давай вот сюда стройте. И вот давай, наверное, все-таки мы запустим улучшение вот этого. Пусть он у нас шпарит. Хотя, смотрите, у меня вот это все дело просто встало как вкопанное. Да. Не по-детски. Прикольно. Так, а что у нас с кремния уже почти косарь. Вот это уже показатель. Это уже нормально. Так, а что у нас идет кремния на переработку? Надо посмотреть. Я могу хай-тек конструктор ставить. Смело, ребят. Почему нет, собственно? Хай-тек конструктор у нас будет выдавать... Много чего будет выдавать. Вот видите. Композиты. Давай хай-тек конструктор будем ставить. Где-нибудь сюда, что ли. Или вот в этой стороне его уже ставить. Вообще, по-хорошему. Вот у меня есть такая идея. Все вот эти склады поставить в одну кучку. Потом к ним подвести конвейеры. Чтобы это все работало именно так, как и нать. Потом от складов уже конвейерами разносить вот по таким вот всяким штукам. Но это капец мудрено, ребят. Я даже не знаю вообще, стоит оно того или нет. Потому что, ну, по сути, фабрика микросхем, кстати, ее можно улучшить. Подожди, не буду я деньги тратить. Завод модульных терминалов. Ну, вот фабрика микросхем. Ну, по идее, что оно тут? Ну да, микросхемы делает. Завод модульных терминалов. Ну да, модули делает. Микросхемы мы сюда не привозим. А у меня есть вообще микросхемы? 19 штук. В принципе, могу сейчас запустить терминалы, но их у меня и так 200 штук, поэтому пока не вижу смысла зачем. А эти у нас... Короче, давайте вот этот хай-тек сюда поставим. Так, провернули. По-хорошему, вот этот хай-тек, у нас там есть некоторые моменты, с помощью которых можно запустить... Да подожди ты. Короче, много болтовни. Вот так вот запускаем вот этот хай-тек конструктор. Повернем его вот сюда, входными. А8 я сейчас что-нибудь сюда поставлю. Так, чтобы автоматически у нас приезжало сюда. Чпоньк. Так, потом... Мы берем отсюда проводочек. Вот от седа дотянемся? Нет, не дотянемся. И от седа, наверное, не дотянемся, блин. Ну, да и ладно. Что нам стоит? А, о, дотянемся. Все отлично. Работаем. Делайте, ребята. Слушайте, дошел тот момент, когда мне самому надо титановых пластин покупать. Вот это поворот. Вот это поворот. Так, рынок мне, да, и сколько они стоят-то? 355.
Ну, давай вот... Чё тут на 12 тысяч? Ну, пофиг, давай возьмем вот так чуть-чуть пластин. Ну, надо мне, чё поделаешь-то? Да, вот сюда бросай. Пацаны сейчас заберут. Сразу поработаю их. Так, а, и сюда мне же пластины нужны. Да, вот, собственно, поэтому у меня все тут и позастряло. Все, поехало у меня здесь на мобильную буровую установку. Пошпарило все дело. Так, здесь что у нас? И сюда пластины нужны, ребята. А, вон оно, что у меня тут все, почему и подзатариваться и подстревать стало. Так, стоп. Давайте пока все пластины у нас тут не увезли, куда попало. Тихо, подожди. Тррр. Сюда вот запустите мне пластин. А то сейчас увезут все пластины, куда попало. Вот сюда, сюда их навезите, везите, везите сюда пластины. Так. Во. Пошел процесс. Ну вот, другое дело. Сейчас еще один привезут и построят гидропонную ферму улучшенную. Че там? Какой срочный контракт? Подожди. А если я не выполню, что тогда? Так, с алюминием проблем нет. С кремнием тоже нет. Титановые пластины. Ну, пофиг, давайте попробуем. Куда это нам везти-то? Это у нас на Луне надо везти. Блин, серьезно? Вы угораете, что ли? Это вот, ну, это саботаж какой-то, честное слово. Ну, естественно, он не успеет. Он пока до сюда доедет. Потом обратно, пока... Капец. Ну да ладно, поехали. Вот фабрику... Фабрика органов? Нифига себе. Фабрика по выращиванию человеческих органов в условиях низкой гравитации. Технологии органической печати и генетической модификации клеток позволяют производить на Луне полноценные человеческие органы в условиях пониженной гравитации замкнутой атмосферы. Несколько подобных фабрик работают на Луне с начала 40-х годов, производя различные органы, пользующиеся большим спросом на Земле. На этих объектах можно найти большие запасы органики и некоторые высокотехнологичные компоненты. Конечно, фас. Давай. Так, поехали. Че, в смысле нехватка воды? Ты мне это тут брось, нехватка воды. Да у вас тут воды, как у дурака махорки. А, ну все, вот они тут запустили, и поэтому... И он тут что-то ругается на воду. Все. Во, пошел процесс. Слава богу, шлака у меня, как у дурака махорки. Так, отлично. Органика сейчас у нас пойдет в работу. Ну, в целом, вот это уже другое дело. Сейчас тут органика будет работать не по дням, а по частям. Так, ребята, давайте, давайте. Конечно, вот. Совсем другое дело. О! Пошел процесс. Смотрите-ка, органика поперла. Отлично. И я, в принципе, думаю, что вот этот тоже давайте мы снесем. А вот сюда я могу еще одну органику поставить. И пусть они шлепают у меня по органике в нормальном количестве. Потом, если надо будет конвейер, мы здесь замутим. Это не проблема. В целом, что мы можем делать с хай-тека? А, ну, микропроцессоры я и там мог делать. А, блок управления. Вот это уже интереснее. Блок управления мы можем делать сейчас, здесь и сейчас. Производство композита. Это тоже неплохой такой момент. Вот, кстати, деталей вот из первичных документов. Вот это я сказал. Из первичных деталей можно делать детали. Здесь у меня детали нужны вот титан и сталь. А здесь у нас для деталей нужен сталь. Ну, тут посложнее, по идее. Производство энергоячеек. А что дают нам энергоячейки вообще? А вот это что такое? 4 шляпы каких-то. Непонятно. Это уже сюда вон понабежали. Я еще ничего не заказывал, они уже понабежали сюда. Ну, я даже не знаю. Производство композита запустим, так как кое-где он у нас встречается, и пушечай работает. Так, а здесь давай мы включим разрешить приносить. Да нет, не надо.
Ну хватает же, 210 штук, куда еще? Директор, ага. Нам удалось восстановить МБУ. Отлично. И теперь мы способны добывать реголит на поверхности Луны за пределами базы. Прикольно, хорошо, понятно. Отличная работа, директор. Ага. В детстве я лишь читал про такие огромные харвестеры в книжках про далекую пустынную планету и не думал, что при жизни мне предстоит с ними работать. Рад, что я ошибался. Так. МБУ полностью оборудована для автономной добычи. Но для доставки выкопанного реголита на базу придется использовать грузовой луноход. Постройка грузового дока даст возможность автоматизировать маршруты доставки, хранить добытый реголит и перемещать его конвейерами до модулей переработки. Прикольно. Я понял. Короче, грузовой док нам нужно ставить, ребята. То есть это у нас вот в этой штуке. Подожди, нет, вот здесь. Вот он, грузовой док. Место для разгрузки хранения ресурсов, привозимых грузовым транспортом. Вот, ну, грузовой дрок, грузовой дрок можно ставить где-нибудь вот тут. Почему? А почему я тут? А, там что-то стоит, эти провода тут эти непонятные. Так, ладно, давай. А вот это тоже надо тут сносить, чтобы я мог can't build here. Так, а давай, пусть он у нас строится, грузовой док. Это будет замечательно. Так, угу. Ну, как-то так. Я вот тут с конвейерами не понимаю. А тут конвейеров нет. А, это заезд и выезд. Это для гаражей. Это вот тут у нас конвейеры пойдут, да? Нет? А, ну да, вот они конвейеры. Ну. И здесь что-то у нас тоже. Непонятно что. Короче, я не совсем понял, зачем здесь конвейеры. Ну, будем разбираться, ладно. А, сейчас построим, дальше видно будет. Пока я не совсем понял. Так, давайте вот это сперва достроим. Подожди, вот это пока... Приоритет убери. Или вообще, давайте вот его пока уберем. Грузовой док. Да, пацаны, везите обратно. Летят уже. Шустрые, блин. Зачем вы сюда выгрузили? Ну-ка, собрали быстро. Ну, еще вот этот вот толстяк. Забирай, конечно. Че тут разбрасываешься-то? Все. Так, поехал процесс. Но у нас тем временем... Ворачивается на базу. Хорошо. Что с этой штукой нам делать? Так, концентрация оксида алюминия в радиусе добычи. И что надо сделать? Начать добычу. Так. Что нам это дает? Вот это вот вообще показывает насыщенность оксида. Ну вот тут я уже не понимаю, ребята, если честно. Как этим всем пользоваться? Покажите мне, как этим пользоваться. Быстро. Быстро покажите мне. Буровая установка добывает редкоземельных минералов в радиусе добычи. Так, и чё? Покажет чё-нибудь? Ага. Вроде добывает. Research complete. А, ну вот так вот, короче, это работает у нас. Подождите, а может быть мы это всё дело... Отменить добычу? Подожди. Вопрос... А я могу ее переместить поближе к базе? Зачем мне так далеко ее двигать? Поехала? Ну да. Ладно. Куда назначить экспедицию? Подожди. А куда ты назначить экспедицию? Да не надо. Подожди, не надо. Зачем ты туда назначаешь экспедицию?
Итак, вот тут вот он приехал. Бабах. Отлично. Хопа. Топливный завод. Малый завод по производству водородного топлива. Топливные заводы появились на Луне вслед за широким распространением водородных двигателей, топливных генераторов на территории, расположенных рядом баков и цистерн, множество труб и производственные сооружения. Место выглядит заброшенным, вахтенного персонала нигде не видно, как и рабочей техники. Оборудование и объекты пригодны для разбора, а вот наличие запасов топлива находится под вопросом. Вот! И я могу это забрать, по идее. Ты что у нас, свободный едешь? Давайте мы его, этот грузовик, наверное, таки заберем. Пусть он вот это заберет. Да, почему нет? Что будет просто так валяться? Подожди, это привезти мне надо? Это мне надо привезти. Понял, подожди тогда. Тогда отбой, нет. Едь дальше, продолжай. Так, а тебя давай отправим там, не знаю, вот. Лагерь уцелевших. Да, нужно будет их спасать по-любому. Давай, отправляйся к лагерю уцелевших. Так, а тут у нас пошло дальше все в работу. Так, как у нас обстоят дела здесь? 30 пластин уже нашлепали. Ни много, ни мало. Это хорошо. Я как бы не совсем понял, как вот этой штукой пользоваться. Оно же должно как-то что-то показывать, правильно? Максимально близко приблизился, и тем не менее, ребят, я не вижу. Ну вот здесь показывает у нас в грузовом отсеке, чего у меня лежит. Реголита с кучей шлака. Гора лежит. Это я понял. А больше нифига не видно. Ну и да ладно. Так, техника у нас. Ага, все, у меня остался последний каркас. И у нас будет еще один грузовик. Еще один. Так, исследование завершено. И у нас лифт, ребята, изучился. Как раз то, что я хотел. Вот здесь вот у нас... Нет, он не здесь. Он вот тут, по-моему. Вот здесь, да, вот он, лифт. Ставится он в любом месте, слушайте. Да. А здесь я его могу с этой стороны поставить? По сути, да. Но он показывает, где я не могу поставить, потому что у меня там что-то... Вот, ёпрасте. Не вижу с правой стороны-то, он мне показывает, где я там что ставлю. Все, понял. Так, тут я не могу, а вот здесь вот могу. В целом, в принципе, смотрите, я могу ставить грузовой лифт. Прикольно. Да, это можно прям вообще нормально зажить, можно сказать, ребят. Прям, да, действительно. Это хорошо. А для чего он мне нужен, вот я пока не совсем как бы понял, что мне с ним делать теперь, с грузовым лифтом. Это можно вот сюда, наверное. Да, эти, вот это у нас входящие. Это исходящие, вот. Ну, в целом, как бы да. Так, ладно. Разберемся. Есть у меня теперь грузовой лифт наверх. Это хорошо. Что у меня здесь? Здесь шпарит все дело. Грузовой лифт мне однозначно понадобится, когда... все, достроил. Отлично. Вода тоже пошла в работу. Да воды хватает более чем кислорода. Кстати, у меня потребляется нормально так. Опустошается. Здесь заполняется. Ну, в целом, нет. Нормально, еще пока жить будем. Давайте мы дюралюминиевые пластины переключим. Тут у меня что? Пошел процесс в работу? Да? А где он? Вот он. Вот он. Один. А второй где? А где второй у меня? У меня же два должно быть теперь.
Так, я пока не совсем понимаю. Где-то должен быть второй... А, вот он. Разгрузить грузовик. Давай. Что за грузовик ты там разгружаешь? А, это который приехал? Да, а вот тут у меня второй стоит, бездельничает. Вот, прикол. Прикол. Так, что, куда отправим? Смотрите, у меня тут сколько заданий. Так, мы можем отправить грузовик. Но мне нужно отправить грузовик вот сюда, по идее. Да, отправить ресурсы. Ну, давай, да, куда мне же деваться-то? Так, простаивает вот этот вот грузовик. Загружай его весь вперед. Фас. Все. Поехал загружаться. Шикарно. Пошел процесс. Да, это вот жесткое у нас задание. Я надеюсь, мы его выполним. Вот, как-то так. А что, прикол. Прикол, прикольно. Ребята, мне нравится. Мне нравится процесс, который сейчас идет. Так, у меня стоит оксид кремния. Мне его прям некуда девать. Представляете, не хватает этого. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Это вообще не вариант. Как это? Шлака, блин, не хватает. Ты о чем мне тут ведешь речь? Сейчас, пацаны, навезу. Тут шлака полно. И по кремнию, я думаю, я сделаю вот что. Вот сюда мы можем еще один кремниевый завод поставить. И вот как раз в эту линейку его врезать, чтобы он у нас дальше грузился. Я отсюда брал. Но надо будет вот это дело мне... Так, тихо, подожди. Вот, вот разобрать. Вот так. Опачки. Разобрай. Да. Опа, приоритет поставляй. Одного сюда выделяй. Ну, в смысле, недостаток воды. Ты завязывай мне тут безобразием заниматься. О, прикиньте. А воды-то реально недостаток. Вот это прикол. Вот это неожиданно. Так, давай-ка тогда вот по добыче. Подожди. Да-да-да, я уже понял. Как-то безобразие получилось. А как это вообще у нас произошло? Ну, у меня с водой тут, в принципе, и воды дофига, по идее. Минус 28. Это гидропонная ферма, короче, жрет на себя воды, получается. Да. Она на себя забирает. Поэтому надо мне еще один ставить вот это. Да, все не пилика, я понял. Давай вот эту вот штуку. Он у нас ставится в стену. На, вот сюда. И от Седова вот так вот возьмем. Опа. Так, взял. Сюда поставил. Че? Почему? Подожди. Вот. Все. Отлично. Опа. Так, это прям высочайший приоритет. Прям высочайший приоритет. Да, конечно, это очень важно сейчас. Причем давай-ка мы даже вот тут. Да тихо-тихо-тихо. Все, я слышу. Вот, вот это вот мы сделаем пониже приоритет. Дабы у нас тут пока не шел страшный процесс. Сюда, ребята, идите. Сюда, все сюда. Строим, строим. Да, быренько, быренько. Все, везем сюда. Так, грузовички подъехали. Отлично, еще подъехали. Хорошо, хорошо, давайте. И 8 титана мне надо. С любого места 8 титана мне привезите. Так, я понял. С титаном у нас сложности. Нет, вот же есть же титан. Титан заберите. Вот. Все.
Так, пошел процесс стройки. Отлично, все. Сейчас у нас вода должна пойти в плюс. Ну? Фу, все. С водой процесс решен. А было довольно-таки опасно, ребята. Опасно было, все. Все, пошла вода, пошла. Да, он приехал. И давай-ка мы начнем добычу. Вот этого я хочу именно. Так. Ага. Что это значит? Ну, давай, добывай. Так. Оксид железа, титана, кремния, алюминия, шлак. А редкоземельных тут вообще нету, что ли, получается? Так. Жестко. А, нет, вот же редкоземельные, это точно минералы. Отдельно здесь у нас. Так, ну в целом у меня стоит, бездельничает грузовик. По идее, я же могу его отправить? Могу, конечно. Так. Так, и как это нам? А, это вот так, наверное. Забрать ресурсы, понял. Поехали. Так, ну в целом я понял. Процесс идет. Ага. Так, тут все у меня остановилось. Это не есть хорошо. Во-первых, надо плавильню поставить. Вот так. Поставить плавильню. Поставил. Потом к плавильне надо присопливить отсюда подачу. Присопливил. И отсюда отдачу. Присопливил. Потом... Тихо, назад. Потом в плавильне надо нам поставить вот этот кремний. Дабы сразу работал. А здесь нам же надо электричество. Иначе, как бы, вот у нас, смотрите, сразу все тут нехорошо встало. Так. А вот сюда я прям могу поставить. Оно прям почти что там, где было. Соответственно, это сюда. Это сюда. Это сюда. Через shift здесь не работает. Поэтому каждую придется по отдельности. А, да. Вот так. Тогда давай вот сюда вот антенну поставим. Вот, прицеплил. А вот это мы давай... Вот это тут уберем отсюда. Отсюда вот так вот сюда. А отсюда вот сюда. Вот так тогда будет. Так, вот эти две сделай, пожалуйста, прям в приоритете. Это прям нужно. Прям сейчас. Вот. Так, все. Я все равно не понимаю вот с этой фигней, как этим пользоваться. Чего-то мне не хватает, походу. Поэтому я ничего не вижу. Судя по всему, да. Наверное. Ну, по-другому у меня объяснений нету. Ну-ка, давайте вот еще в добыче, что у нас тут есть. Ну, тут, в принципе, у меня ничего такого нету, чего бы я мог... на что я бы мог понадеяться. В логистике, что у нас здесь? Ангар для машин. Центр управления полетами. Экспедиционный центр. Но это у меня уже есть. В целом как-то так. Ну, непонятно вообще, как это все у нас работает. Ну, да ладно. Так, давай тогда запускаем дальше. Пусть работает. Так. Все. Тут у нас процесс пошел. Это, кстати, улучшить можно. И нужно даже. Вот. Теперь другое дело. Теперь вот он пошел процесс. А то у меня тут все стояло вообще по жести. Да, еще можно ставить одну плавильню. Ну, в целом, смотрите, у нас потихоньку сюда начинает разгоняться процесс. Да. Да, 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 я думаю, в принципе, не надо ничего ставить. У нас потихоньку уже начинает освобождаться местность. Да. Так, я думаю, здесь, наверное, тоже можно улучшить. Да, и пошел процесс. О-о-о! Пошло все как надо. Опачки, все, 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 разогнали. Красненько растолкал я.
Ну, вот тут у нас пусть оно стоит. Это тоже неплохо. Вот. Я, если честно, не понимаю, зачем мне сейчас реголит еще откуда-то привозить. У меня тут своего гора. Это надо ставить прям ряд вот этих вот перерабатывающих заводов, и который будет просто поступать горой реголит оттуда с потолка. Да, наверное, это так и надо делать. Ну, по сути, ребята, прям огонь. Так, ладно, давайте тогда. Отсюда идем. Продолжим. Вот этот вот сюда отправим. Ну, тут уже, короче, просто пошел процесс, как говорится, массового исследования Луны. Слушайте, а как людно-то тут? Людно, людно, ребята, людно прям. Вы посмотрите на это. Прям людно. Охо, процесс идет не по дням, а по частям. Ну, энергии, да, кстати, энергии давно я не строил. Что у меня здесь? Генерируется по нолям. И я думаю, стоит, наверное, включить нам вот эту штуку. Да, чтобы у нас генерация пошла, все-таки дефицита сети, чтобы не было. А сюда, я думаю, нам на следующие сутки надо поставить еще там, не знаю, с пяток генераторов. Почем они у нас там? По 3 CPU. Ну, да, с пяток прям. Раз, два, три, четыре, пять. Вот как-то так. И давай возьмем где-нибудь... Блин, откуда взять? А, вот отсюда можно, в принципе, его взять. Вот так. И пускай они у нас будут заряжаться. Во, как-то так. И я думаю, в принципе, вполне себе нормально. О, ребята, как поехали лихо-то. Смотрите, они как соскучились. Они прям соскучились, да? Смотрите, прям поехали. Давно аккумуляторы не собирали. Ну, собирайте. Ладно, что с вами поделаешь-то? Потихонечку, конечно, я разобрал, но все равно далековато еще до того, чтобы говорить, что... Так, грузовик у нас приехал. Что за грузовик? Откуда ты приехал? Что ты привез? Вопрос. Подожди, я ж тебе сказал, куда привезти. Вот сюда вези. А, он теперь будет на автомате ездить. Вон о чем, Михалыч, ребят. Он, короче, будет теперь самостоятельно возить туды-сюды. Так получается, да? Ну-ка, выгружай. А где? А что ты выгрузил? А, вот он. Хе-хе, кучу вывалил сюда. Ну ладно, да, и это сейчас у нас поедет сюда, полетит, часть сюда полетит, да, и процесс вот он пошел сразу, да, в норме все. Чё тебе надо? 1000 кремния и 1000 стали. Блин, братан, я реалист, я, конечно, понимаю, что ты мне даешь 2 месяца на это дело, но это прям до хрена, 1000... Ну, 1000 кремний еще ладно, а вот 1000 стали я сейчас не готов тебе дать, у меня ее столько нету. Хотя, 193 у меня железной руды, здесь 0, нет, не так уж и много. 590, опять же 0. А, железо отсюда не вывозится, и если его сейчас отсюда начать вывозить... Да, у меня отсюда железо-то не вывозится, ребята, вот с этого... Вот с этого-то железо-то не выезжает. Оно вот отсюда должно выезжать у нас, железо. А оно не выезжает, представляете? Интересно. И тут все так намучено, что даже не знаю, отсюда вообще возможно как-то выехать. Наверное, нет. А если вот так я поставлю... Да, это как-то странно будет. Подожди. Да подожди, вот так поверни. Он просто перехватит вот этот вот, разорвет. Да, я так и понял. А ты зачем разорвал-то мне? Капец. Капец ты устроил тут мне
Саботаж, ёк-макарёк. Так, ладно. Если тогда я вот так сделаю, раз уже разорвали, давайте тогда мы отсюда железо заберем. Если я вот так поставлю и поставлю вот, ну тогда вот сюда, вот насколько хватает, вот настолько хватает. Вот настолько хватает. Пускай. Так. Если я от Седова вот этот вот возьму и вот сюда. Нет, он, блин, не идет он сюда. Не хватам бы ему. Так, это тогда мы можем сделать только вот так, наверное, ребят, я думаю. Отменить все. Я доведу сейчас сюда железо. Так, мы сделаем тогда вот так. Я думаю, вот так я смогу его сюда подвести. Оп. Здесь у нас вот так будет. Да. Построил. Потом отсюда мы возьмем сюда. Да. Отсюда возьмем сюда. Отсюда возьмем. А тут у нас все уничтожено. Тут у нас все уничтожено. Все, теперь вот от Седа я возьму вот так. Вот сюда. Подожди, что не так? Что тебе... А, тут он у нас висит. Он, смотрите. Висит, а? Вот. А теперь давай. Так, вот тут у нас что? Это мы построили. Это вот он у нас отсюда погонит железо сюда. А теперь мы отсюда возьмем сюда. Пусть он вот так вот хрясь у нас будет. И от Седова я возьму вот сюда. Хрясь у нас будет. Чпок. Теперь запускаем процесс. Вот. Пошел жирный такой процесс, ребята. Во. И вообще все встало. Ну да, логично. Теперь надо по железу. В целом, я думаю, мы можем вот этот проводок... О! Вот, чтобы у нас не было простоя по электроэнергии, я вот сюда могу поставить проводок. Так, отлично. И в целом пусть его построят. Пусть построят, да. А потом мы к нему электричество... Директор, у меня срочные новости. Ну-ка, ну-ка. Ученые по всему миру бьют тревогу. Они засекли изменения траектории астероида Тау-Татис. Он неизбежно столкнется с Землей всего через 2 года. О! Начинается! Я как раз изучаю данные. Диаметр астероида почти 6 километров. Если такое небесное тело столкнется с Землей, последствия будут весьма печальны. Крест уже связались с нами и передали планы строительства лазерной системы, которая поможет отклонить курс астероида и спасти миллионы жизней. Мы должны сфокусироваться на этом, директор. Все остальные задачи вторичны. Ну, начинается. Смотрите-ка. Спасение человечества. Все на нашей совести, ребят. Ну, как внимание обычно. Внимание всем подразделениям. Наш новый приоритет – строительство лазерной системы для спасения Земли от астероида Тау-Татис. Мы стоим перед серьезной угрозой, и время играет решающую роль. Все подразделения и специалисты должны немедленно приступить к выполнению задач в рамках новой миссии. Детальные инструкции будут отправлены дополнительно. Конец сообщения. Понятно. Вы сейчас все скажете, что я забочусь только о прибыли, но чтобы завершить такую глобальную постройку, нужно колоссальное количество ресурсов. Система контрактов и торговли на онлайн-рынке помогут заработать средства для покупки недостающих ресурсов и расширения собственного производства. Леджер, а разве не должны все включиться в это? Это если... Блин. Почему я должен покупать? Мне должны прислать эти ресурсы, чтобы я смог построить этот гребаный лазер. Как-то странно у вас все, Леджер. Тебе не кажется? Тебе надо просто собраться вот со всеми, кто там производством занимается, и сказать: братва, вы больные на всю голову, если бизнесом занимаетесь такое время. Тут вообще не должно быть никакого бизнеса. Вообще хрень, вы че, ребята? Мы согласовали, как раз подходящее место. Короче, пока на паузе, он не разговаривает. А да, он и так не разговаривает. Странно. Мы согласовали с КРАС подходящее место для строительства юго-восточнее нашей базы. Отметил его на карте. Можно приступить к закладке фундамента.
Вот как-то так, ребята, представляете? Вот она у нас, лазерная пушка. Нам сюда необходимо привести нормальное такое количество, такое ресурсов такое. Такое себе, ребята, такое. О, это у нас уже поехало, это радует. Хорошо, значит, у нас пошло выполнение задания. Осталось 2000 дней. Нужно нажмите, чтобы узнать подробности. Да, заложить фундамент, подготовить, предотвратить катастрофу. В общем, да. Тут нам дали, как говорится, смысл для жизни, ребят. Смысл для существования. Так, и нам очень много сейчас потребуется железа. И это прям имеет место быть. Так, есть электричество. И электрический столб я сделал. Теперь необходимо сделать следующим образом. Вот, да подожди. Вот это убери. Так, нам вот этот убрать. Вот этот и вот этот. Убрал. И следующее мы вот от этого столба вот сюда запитались. Потом от него вот это запитали. От него же вот это запитали. Ну и от него же запитали вот... Подожди, что мы... А, ну да, вот это ты запитали. Хрясь. Все? Теперь везде питание имеется. Отлично. А вот этот столбик нам нужно вот так вот хрясь и демонтировать. Дабы он нам тут не мешал. Разберите его, пожалуйста, кто-нибудь. Блин, ну надо же было не так поставить. Вот, посмешишь людей, поспешишь. Вот тут надо было поставить, вот. Тогда будет все вообще чики-пуки. Давай, переделай еще раз. А я отсюда... А, нет, подожди. Я отсюда, наверное, не смогу взять. Да, если здесь стол будет стоять. Короче, нет. Пусть тут стоит, мы отсюда возьмем конвейер. Все, пускай так будет. Пускай будет так. Этого будет вполне себе достаточно. Так, я надеюсь, что сюда у меня сейчас зайдет плавильня. Где она у нас? Вот она. Да, отлично, заходит она у меня сюда. Так, отсюда я беру. Вот отседова. Ну, вот так вот я не возьму, конечно. Вот так надо брать. О, и сюда. Чпок. Хрясь. Здесь мы берем железо, точнее сталь, хрясь. Это вот так вот. И пошли в ремонт сразу. Так, ну и тут у нас сразу все пошло в работу. Да? Что вполне себе логично. А, вот этот вот, в принципе, я не изучал. И центр управления полетами. А, то есть это у нас вот сюда будет разгрузка происходить, а с ней уже будет, от нее уже конвейеры будут идти. Ну, тоже хорошая штука, но давай мы по энергетике пока поработаем. Так, чё? Есть. Завод заработал. Сразу пошел в работу. Шикарно. Ох, смотрите, с какой скоростью все полетело. Вот. Я думаю, железо сейчас я тоже запустил в работу. Так, единственное, что мне необходимо на выходе конвейер запустить сюда. Вот, я думаю, так у нас и пойдет это все дело. Разгружай. Так, ну, можно будет это все, в принципе, на автоматизацию запускать, чтобы разгружало. И наводить порядок в целом, ребята, да. То есть, можно уже по тихой вверх тоже обустраивать. Но здесь делать конвейерную ленту входную сверху, с которой будет все приходить. Тут у меня все уже просто запаковано до безобразия, на самом деле. Да, тут как бы... Как бы тут даже и говорить уже некуда. Так, а, ну тут у нас все остановилось. А почему остановилось? А, почему бетон у нас не разгружается? Алло. Капец, вот вы прикольщики. Я вот сейчас не понял. А почему вот этот у нас... Мне непонятен вот этот момент. Смотрите, у меня стоит склад пустой. Но в него не везут бетон. Почему? Странно.
как бы это очень странно, мне это непонятно. Да, у меня поэтому бетон как бы стоял не в работе. Вообще интересно. А, ну вот и сюда сейчас привезли. Блин, не понял я вообще сейчас прикола, короче. Ну да ладно. Фух, ребята. То есть как бы вот так у нас. Контракт истекает. Да он вроде где-то едет на самом деле. Вот он уже подъезжает. Так что без паники. Мы на Титанике. Вообще на полюсе на каком-то. Давай, братан. Тебя ждут там уже. О, отлично. Фух, привезли. Так, ладно. Давай-ка ты... Чё там назначить экспедицию? Куда тебя назначить? Вот интересно мне знать. База корпораций. Чё тут у нас? Ну, забери вот это все. А, это надо привезти сюда. По идее. Это надо сюда привезти. Сюда надо привезти. Сюда надо привезти. Ну, скажем, понятно, в принципе. Будем теперь туда-сюда кататься. Но мне, по идее, надо вот этого вот. Кучу всякого барахла привезти. Ну и что, отправить вот эту вот шляпу делать? 3600, 3900. Железо я сейчас запустил. Бетон у меня, в принципе, шлепает. Сколько у меня тут бетона? 994, 330. Ну, нормально так работает. Короче, ладно, давайте. Пускай работает. Будем собирать. Нам нужен фундамент. Я так понимаю, у нас есть 7 заданий, которые надо будет сделать, чтобы заложить проект. И проект Аврора у нас еще висит, также тоже не выполненный. Ну вот как-то так. Давайте сфокусируемся на этих двух заданиях, ни много ни мало. Так, тут у нас что-то ломается все без ума. Разгрузка грузовика. Разгружай. Знаете, попробовать можно сделать один общий конвейер, в которой все вот эти вот добытчики реголита, включая с внешней стороны, то есть отсюда, с верха, которые будут посылать весь реголит на один конвейер. А с этого конвейера будут подцеплены вот эти все заводы подряд. А от них у нас будет уже идти, скажем, там, сколько получается, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять. Да, пять конвейеров общих тоже, которые будут уже идти непосредственно на вот эти заводы наши. Да, я думаю, наверное, надо будет попробовать что-то подобное такое сделать на вот эти плавильные. Но это такая глобальная прям стройка, ребят. Я вот думаю, может быть, в эту сторону вот это все дело начать мутить. Поставить сперва заводы, но это надо будет нам ЦПУ сперва прокачать. Короче, тут делов будет полно, если всем этим заниматься. Можно, конечно, и дальше продолжать в данном темпе. То есть то, что там привозят. Или, в принципе, вот это у нас линейка, она вся рабочая. И ее оставить. Нехай она работает. А остальную линейку, который у нас будет, уже собирать вот здесь. То есть поставить сюда приход у нас, где у нас вот здесь вот разгружается чувак. Да, вот видите, повезли все. Вот здесь поставить, вот рядом, наверное, вот с этим поставить сюда, чтобы приезжал этот чувак, разгружался, и вниз сюда это все дело спускалось. Только вот здесь надо будет все это разбирать, по идее. Да, сюда, чтобы у нас конвейер спускался, и здесь делать уже в дальнейшем следующую линейку вот этих вот всех. Да, я думаю, это будет правильно. Но почему нет? Да, как вариант.
Ну как бы так, ребят, на этом, я думаю, на сегодня будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайки, и желание поддержать не только лайком. Добро пожаловать по QR-коду. Есть что сказать, конечно же, пишите. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.